Товарооборот России и Таджикистана в 2021 году вырос на 45%. Теперь он выше, чем было до пандемии. Об этом заявила Валентина Матвиенко на межпарламентском форуме России и Таджикистана. Он проходит в Душанбе. Участвуют сенаторы, губернаторы, представители бизнеса. Главу Совета Федерации приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Мы очень высоко ценим ваш существенный вклад в укрепление всего комплекса таджикско-российских отношений, стратегического партнерства. За последние годы двусторонние межправительственные связи между Таджикистаном и Россией поступательно развиваются. Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время встретиться с делегацией Российской Федерации, за ваше постоянное внимание к развитию межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей межгосударственных отношений. В центре внимания сотрудничества между регионами двух стран обсудили также привлечение российских инвестиций в экономику республики.